Олигархическая гидра уничтожает сильное государство день за днем. Смотри, то, что я тебе написал, это ты должен Арсению показать. Сейчас покажу. Это так на вскидку, а там цифры могут быть гораздо больше. Игорь Валерьевич, так что... Ну что, ты заткнулся уже? Или про паспорта хочешь спросить? Нет, вы говорите, что можете это доходить? 18 тысяч или нет? Давай мы на какую-то УВД дадим эти деньги и СМВС и купим. Ну давай мы дадим двум УВС, то же самое. Я спецподразделю Киева там и это, и Киловата, и Харькова. 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 90 тысяч, какая будет хорошая тысяча. А потом с Нового года пройдем тендер на закупку 2000. Прошу голосовать. Чиновники смело берут взятки, их сыновья-мажоры сливают деньги страны в казино. Безнаказанно, конечно. Тем временем тех, кто пытается с этим бороться, швыряют из зала городского совета. Коррупция и украинское правительство – теперь почти синонимы. Необходима перезагрузка и очищение власти.